Молодым семьям, проживающим на селе, вручили сертификаты на улучшение жилищных условий. Кроме того, впервые жители Карелии стали обладателями многомиллионных грантов на создание семейных животноводческих хозяйств. Оксана Гордовская из поселка Ильинский Иванецкого района. Господдержки на улучшение своих жилищных условий она ждала более 6 лет. Теперь они с сыном наконец-то смогут приступить к строительству собственного дома. Для меня это был очень трудный путь. Там, ну, очень много было препятствий. И наконец-то этот день наступил, я его получаю. Я уже сколько лет по съемным квартирам со своим сыном. У него сын уже 15 лет. И это жилье мне просто очень нужно. Ну, теперь это будет дом. Как говорится, свой угол он всегда нужен. В этом году жилищные сертификаты на строительство домов в Карелии получила 21 молодая семья. На торжественной церемонии в Министерстве сельского хозяйства вручили гранты и на поддержку фермерских хозяйств республики. На конкурс была подана 31 заявка из 8 районов Карелии. Комиссия отобрала 6 победителей. Между ними были разделены гранты на общую сумму более 14 миллионов рублей. Также впервые в Карелии 2 фермерских хозяйства стали обладателями грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Владелец Симозерской сыроварни Евгений Кялин и Ирина Фигурова, хозяйка молочной фермы в деревне Киркенкюля Питкиранского района, получили из рук министра сельского рыбного хозяйства сертификаты на сумму в 60 миллионов рублей. Я бы очень хотел, чтобы наше вот такое хорошее благое начинание не казалось там блином комом, чтобы ваше освоение средств, оно послужило таким ярким, эффективным, мощным примером, как правильно нужно осваивать средства и как на эти средства можно развивать животноводство, чтобы вы стали такими якорными, пилотными проектами на территории нашей республики. Бюджетные деньги фермеры потратят на развитие своих семейных хозяйств, реконструкцию старых и строительство новых цехов, а также расширение ассортимента. Средства гранта мы планируем потратить на постройку семейной животноводческой фермы. Это животноводческий комплекс на 50 голов дойного стада. Ну, традиционно, поскольку мы сыровары, мы предполагаем расширить линейку наших сыров, скажем так, которые сейчас в экспериментальном варианте у нас находятся. Мы их уже, в общем-то, поставим на поток. Ян Хмельницкий, Андрей Раев, Александр Борисов, Сампа ТВ 360.